Полли, доброе утро. Как настроение, малышка? Хочу есть. Конечно, дорогая. Вот твое молоко. Невкусно. Хочу клубничное. Конечно, милая, держи. Обожаю. Полли, хочешь поиграть? А вот и твоя любимая мышка. Хочу прыгать на кровати. Отличная идея, малышка. Скоро вернусь. Мэри, ты еще спишь? Подъем! Опоздаешь в школу. И не забудь выучить уроки. Хватит лениться. О, опять уроки. Я еще вчера их сделала. Значит, устроим фэшн-перерыв. Что сегодня в тренде? Овощи – лучший завтрак для ребенка. Сплошные витамины. Мэри точно понравится. Что? Опять модный журнал? Мэри, ты неисправима. Сегодня без завтрака. А это я забираю. Читай книги, а не журналы. Мама, ну это нечестно. Бери пример с Полли. Она всегда слушается маму. Малышка, нам пора собираться. Какая же ты красотка. Ю-ху! Сейчас повеселимся. Хорошо проведи время, милая. Я буду по тебе скучать. Увидимся вечером. Полли, может, порисуешь? Обожаю рисовать. Мама говорит, что я великая художница. Дети, кто решит этот пример? Мистер Райан, это 7. Молодец, Мэри. А как вы справитесь с этим примером? Мистер Райан, это 9. Мэри, и снова правильно. Обожаю математику. Отлично, Мэри. Вау, еще одна пятерка. Мамочка, посмотри, это я нарисовала. О, Полли, это так талантливо. Ты самый лучший ребенок в мире. Мама, я дома. Представляешь, у меня пятерка по математике. Что? А, да, молодец, Мэри. Мама, это пятерка с плюсом. Да, да, я поняла. Только посмотри, что нарисовала наша Полли. Уверена, она будущий художник. Малышка, как насчет сказки на ночь? Мама, я так старалась. Мама, мне здесь нравится. О, сколько всего. Мама, купи, купи, купи. Как скажешь, дорогая, выбирай. Хочу ягоды и печенье, и немного зефира, и капельку мармелада. Объеденье. Малышка, может, хватит? Нет, я еще не пробовала шоколад. И я обязана съесть мороженое. Ой-ой, живот. Полли, дорогая, что с тобой? Кажется, вкусняшек было слишком много. Мама, мне плохо. Очень-очень. О, никогда не видела таких грибов. Мама, посмотри, что я нашла. Мэри, мне некогда. Выглядит аппетитно. О, а на вкус не очень. Мама, мне плохо. Мэри, ты настоящая эгоистка. У твоей сестры болит животик. Сейчас не до тебя. За мной. Малышка, мы уже на месте. Доктор, помогите. Что случилось? Понимаете, Полли немного перекусила, и вдруг ей стало плохо. О, а здесь кто? Юная леди, выглядите неважно. Срочно в палату. Мэри подождет, она уже взрослая. Помогите Полли, ей совсем плохо. Конечно, мы просто дадим ей таблетку. Как себя чувствуешь, детка? Ух, отлично. А у вас есть конфеты? Мэри, я твой лечащий врач. Так, так, посмотрим. О, дело серьезное. Мэм, у вашей дочери отравление? Не может быть. Она ни на что не жаловалась. О, мне плохо. Мэри, сейчас мы тебя вылечим. Лекарство. Срочно. Ага. Спасибо. Мне уже лучше. О, ты нас напугала, Мэри. Больше так не делай. Конечно, мамочка. Мама, посмотри, как я умею. Мой кораблик самый быстрый. Хочу пить.
Нет, Полли, это мой лимонад. Мэри, ты же старшая сестра. Держи, Полли. Так бы сразу, сестренка. Малыш, а ты здесь откуда? У тебя нет дома? Мама, тут котенок. Давай его заберем. Ну давай. Конечно, дорогая. Какая же ты добрая. Ага, ну конечно. Мамочка, сколько тут всего? Нам нужна переноска. Прекрасная идея, милая. Мэри, ты опять замечталась? Неси сумку. У нас будет много покупок. Почему я? Не спорь. Как скажешь, мама. Нашему котику нужно больше еды. Расческа и много-много шампуней. Мамочка, я справилась. Молодец, дорогая. Поторопись, Мэри. Ауч! Уже иду. Девочки, мы дома. О, наконец-то. Я к себе. Малыш, ты хочешь есть? Приятного аппетита и веди себя хорошо. О, пора вставать. Что это? Мэри, подъем! От твоего котенка столько грязи. Он не мой, это все Полли придумала. Меньше разговоров, Мэри. За уборку. Но почему я? Это нечестно. Не самое доброе утро. Фу. С меня хватит. Я ухожу. Кажется, в общежитии было свободное место. Всем привет. Меня зовут Мэри. Найдется для меня местечко? Конечно, Мэри. Располагайся. Я уверена, мы подружимся. Меня зовут Марк. И каждому новичку фотосессия в подарок. Но для начала какао. Спасибо, это очень вкусно. Готова к фотосессии? Конечно. Тогда улыбочку. У тебя отлично получается, Мэри. Вау, классно. Спасибо, Марк. Ты лучший фотограф. А мне здесь нравится. В общежитии намного лучше, чем дома. О, чуть не забыла. Завтра в школу, а значит, надо подготовиться. Спокойной ночи. Доброе утро, ребята. Ты новенькая? Присоединяйся, будем завтракать. О, кажется, у меня ничего нет. А, не беда, мы поделимся. Приятного аппетита. Спасибо, вы такие добрые. А, не благодари, подруга. Ребята, не теряйте время, приступайте к тесту. О, а это точно можно решить? Без паники. У меня есть план. Положитесь на меня. Познакомьтесь, это профессор Уникум. Профессор, нам нужна ваша помощь. Не подведите. Я же говорила, он справится. Пятерки у нас в кармане. Ребята, вы готовы? Значит, проверяем. Отлично, Джек. И у тебя, Мэри. И ты справилась, Люси. Молодец, Тайлер. Ребята, сегодня у нас одни пятерки. Поздравляю. Ребята, это победа. Спасибо, подруга. Ты нас спасла. Пушистик, будем играть? Тогда лови. Ю-ху, я победила. Мама! Я уже здесь, милая. Полли, какая же ты выдумщица. Но котика обижать нельзя. Мама купила тебе новые игрушки. Вау, мне нравится. А теперь помоем нашего пушистика. Мама, нам нужно много пены. Очень много. Детка, и щетку не забудь. Пушистик, ты теперь чистый. Будем играть в кубики. Стоп, а где Мэри? Она же опоздает в школу. Мэри, давай же, бери трубку. А
Отлично. Еще одна пятерка в коллекции. Как же классно жить одной. Мама? Ну уж нет, не возьму трубку. Наушники, срочно. Так-то лучше. Теперь никаких звонков из дома. Даже не пытайся, мамочка. Ты меня не найдешь. Мэри, ты невыносима. О, что же делать? Мама, а где наша Мэри? Я соскучилась. Я тоже, дорогая. Мы ее обязательно найдем. Профессор, наша Мэри пропала. Пропала? Нет, конечно. Она просто живет в общежитии. Это все я виновата. Самое время попросить у дочери прощения. Так мы и сделаем. Спасибо, профессор. Мэри, Мэри, ты где? Это мама. Ты здесь? Я никого не ждала в гости. Мэри, прости меня. Я тебя так обидела. Сестренка, вернись домой. Мы тебя любим. Мэри, мы будем самой дружной семьей, обещаю. Согласна, мама. Значит, мир. Девочки, у меня для вас сюрприз. За мной. Вау, океанариум! Мне тут нравится. Девочки, сегодня мы веселимся. Готовы? Еще бы! Сколько рыб! Они нас не укусят? Конечно, нет, малышка. Когда мы вместе, нам ничего не страшно.